Это мраморные шейки. Выходят. Красавчики вообще. Линяются. Мелких много. Сейчас перелиняют очень красивые. Малышей прям половину. Меня долго не было, поэтому есть, которых я даже не видел. Ну, красавчик. Однозначно. Которые на улице были, всех съели. Хищники. Нету никого. Ну, потому что они летуны. Никого не осталось. К сожалению, хорошие результаты показывали. Мы все на линьке вообще. Три акбаша здесь. Акбаша получился. Вот рядом с акбашом. Такой шейкой на спине. Было побольше, когда был маленький. Сейчас уходит. Ну, шейки мелкие, все акбаши эти крупные, длинные. Но это дитё, вот оно видно. Привыкли ко мне. Как мотылечки. Вот эти очень сильные. Мур. Это бакенцы. Это как фиолетовые. Один ребенок. Он вылупился. Классно. А эти октябрянцы. Ох, я захалы. Слетает. С Армении эти шейки. Красавчики. Сейчас самый сложный период, когда линька. А такие детки вообще бомбические. Акбаша опять. На спине у него красный. Мраморная будет, потому что эти устойчивые шейки. Ну, отец этот чубатый. Акбаш. Хорошо, что налупились еще. Даже выпускать не буду. Все проверенные. Все четко. Все линяют. Желтошейки красивые. Шеи бомбические. Мне
нравится, когда вот так чисто белый и мраморная шея. Здесь очень много таких. Есть разные, ну и такие тоже. Инстаграм заблокировали. Я не могу туда заходить. В общем, будем здесь присутствовать теперь. Всем удачного дня. Любите своих голубей. Берегите. Всех благ.